Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, скульпторов. Сократ в битве при Потидее защищает Алкивиада. Басин Петр Васильевич, яркий представитель русской академической школы середины 19 века. Художник обратился к сюжету из сравнительных жизнеописаний Плутарха в историю Алкивиада, племянника правителя древних Фив Периква. Плутарх пишет: еще будучи подростком, он, Алкивиад, принимал участие в экспедиции против Потидеи. Жил в одной палатке с Сократом, стоял рядом с ним в боях. В одной жаркой битве они оба отличились. Алкивиад был ранен, а Сократ прикрыл его, защитил, спас ему жизнь на виду у всех. Работа свидетельствует о профессионализме и внушительной эрудиции автора, несколько затмевающей вдохновение. Так фигуры раненого Алкивиада и поверженного воина как бы зеркально отражают друг друга, восходят к античному прототипу римской скульптуре «Умирающий Гал». За эту картину Басин в 1831 году получил звание академика. Битва при Потидее происходила в 430 году до нашей эры, в ходе Первой Пелопоннесской войны. Алкивиад, ученик Сократа, впоследствии выдающийся афинских государственный деятель и полководец. Вот такое описание нашел к картине Петра Васильевича Басина «Сократ в битве при Потидее защищает Алкивиада». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.